Вот. Что это? Это летучая мышка.
чего у него глаза такие кривые? Ну, а так страшнее, да. Ну и рука жопа. Друзья, всем привет! Вы на канале Маленький Гараж, и сегодня у нас пойдет речь, как вы, наверное, уже догадались, о кружочках. О кружочках, может быть, о колечках. В общем, о вырезании округлых форм и предметов, скажем так. Естественно, несмотря на немножко такое веселое видео в начале, я, конечно же, способен вырезать кружочки и ножницами, и вот таким вот циркульным ножом, вот таким устройством. Помимо такого, у меня есть еще похожий ольфовский инструмент. Правда, я его где-то пролюбил и найти не могу. Вот, но где-то он у меня точно валяется. Инструмент, в принципе, неплохой, и им вполне можно вырезать круглые какие-то маски. Но мне он, честно говоря, не очень нравится. Он какой-то вот не очень удобный. Ну, для меня лично. Ольфовский инструмент тоже. В принципе, для небольших каких-то диаметров, совсем маленьких, я использую вот такие вот пробойники. Тут они, по-моему, вплоть до 4, что ли, миллиметров. Я не помню. Вот такие пробойнички. И если вы помните мою работу с Божьей коровкой, с Копином, Daihatsu Copinom, вот маски для кругляшков, для вот этих вот точечек на Божьей коровке, я использовал как раз вот такие вот пробойники. Но сегодня я хочу поговорить о другом инструменте от моей любимой компании, ну, одной из моих любимых компаний, DSPI. Вот такой вот инструмент, круговой резак, позволяющий вырезать круглые маски. Также производитель заявляет, что он может вырезать не только маскировочную ленту, но и, например, не слишком толстый пластик. На сайте официальном указано до 0,4 мм толщины пластик он может резать. Вот. И, собственно, я себе его приобрел для того, чтобы уже снять окончательно вопрос в вырезании кругов, как маскировочной ленты, так и каких-то круглых пластиковых деталей. И сегодня именно о нем хочу вам и рассказать. В принципе, у кругов в моделизме может быть очень широкое применение. Например, вы можете вырезать круглые маски там на колеса, на тормозные диски, еще куда-то. Вы можете вырезать какие-то круглые запчасти из пластика. Вы можете, ну, да, наверное, это все. Собственно, ничего другого он не умеет. Он вырезает кружочки, он может вырезать колечки. И, собственно, на этом его функциональность заканчивается. Но, тем не менее, даже эти кружочки и колечки, они могут быть достаточно полезны в разных областях моделизма. Итак, у нас, как всегда, красивая такая, довольно увесистая коробочка с инструментом. И уже не раз говорил там в обзоре, например, на дрель. Вы, наверное, знаете, что у меня есть вот такая вот дрель от этой же конторы. И вот такие вот кусачки, которые вы, наверное, тоже не раз видели в моих видео. В общем, инструменты этой компании мне очень нравятся. И я не раз говорил, что несмотря на то, что это Китай, самый что ни на настоящий Китай, но очень качественный. То есть не подкопаться, и вот начиная с упаковки, все очень круто сделано. Вот такая у нас коробочка. Открыв крышку, мы видим бумажку с благодарностью, что мы выбрали инструменты от именно этого производителя. Ну и такую мелкую информацию вот о нем. Открывая вот эту вот бумажную
такую обложечку, мы здесь видим всякую мелочевку. У нас здесь есть пакетик с ключами, два шестигранных ключа, какие-то винтики, болтики, шайбочки, еще какие-то винтики, много всего, отверточка, какие-то маленькие запчасти от этого инструмента. Давайте все это буду постепенно выкладывать. Еще запчасти алюминиевые, судя по всему, да, алюминиевые в фирменном таком красно-оранжевом цвете, этом DSPI-овском. Какая-то штука с пружинкой. Давай, вылезай. Вот такая штучка, я так понимаю, это стрелочка, которая будет бегать по шкале. И небольшой кейс с лезвиями, с тремя лезвиями. Лезвия здесь отличаются углом заточки. Вот мы здесь можем видеть, красное лезвие это 30 градусов, желтое 45 градусов и синее 60 градусов. Все, в этой маленькой коробочке больше ничего нету. Мы ее вынимаем. Дальше у нас идет бумажка такая с инструкцией по сборке. Ничего, в принципе, сложного здесь быть не должно. Ее мы тоже вынимаем. И видим, собственно, основной инструмент, собственно, то, чем мы будем пользоваться. Вот такую вот штуку, тоже в фирменном таком красно-оранжевом цвете. И внутри вращается диск. Диск с таким с круговым подшипником. Давайте мы это тоже все достанем. Выглядит оно вот так, оно все разбирается, разваливается. Зачем так сделано, я не очень понимаю, потому что нам все равно это сейчас нужно будет собирать, скручивать винтами и приводить в рабочее состояние. И также здесь есть две вот такие вот наклеечки из нескользящего материала для того, чтобы по столу не скользил или по материалу не скользил этот инструмент, и был упор и ровный разрез на материале. Вот таких их две. Все, в коробочке больше ничего нет. Инструкцию я оставлю. Это все можно убрать. И давайте смотреть, как же это все собирается. То есть тут, прежде чем начать пользоваться этим инструментом, нужно собрать вот такой вот неслабый, я бы сказал, пазл, который я сейчас постараюсь осилить. В принципе, я надеюсь, что я не настолько туп, чтобы не собрать несколько запчастей и скрутить их винтиками. Вот, так что сейчас буду как раз этим и заниматься. Так, прежде всего я наклею вот эти вот штуки нескользящие. Скорее всего, тут есть какая-то подложка, свой клеевой слой. Да, вот так вот. Скользит, но тут, видимо, есть еще. Классная штука. Эти штуки все магнитные. А, вот здесь вот этот магнитик. Ну что ж, вот я и собрал эту страшную штуковину. В принципе, ничего сложного в сборке нету.
Все понятно, никаких сложностей это не возникает, не вызывает. Значит, что у нас тут получается? Две вот эти вот половины, внутри круг, крутящийся, вот такой вот вращающийся. Эти две половины соединяются винтами. Похоже, вот эти запасные, потому что больше их здесь вкручивать-то, собственно, и некуда. Поэтому я считаю, что эти винты запасные. Дальше, механизм позиционирования. Вот этот ставится снизу, вот эта вот металлическая штуковина. Сверху устанавливается стрелка с вот таким зажимающим винтом. Соответственно, ослабили винт, можем позиционировать наш резак. Устанавливаем нужное значение на шкале и закручиваем вот этим стопорным винтом. Здесь у нас держатель лезвия с пружинкой. И вот здесь вот сверху устанавливается такой маленький магнитик, поскольку эти ножи, они будут достаточно свободно устанавливаться в зажим и удерживаться там магнитом для того, чтобы они не выпадали при вот таком вот вертикальном положении. Ну и здесь устанавливается вращающаяся такая ручка без всяких подшипников, просто на винте, за которую можно вращать, собственно, этот инструмент. Все, ничего сложного нету, и давайте-ка мы испытаем сейчас это дело на деле. Я возьму, наверное, средний вот этот вот нож с заточки под 45 градусов, красный, не очень удобная коробочка, ну да ладно. Вот, возьму красное лезвие и установлю его в наш резак. Вот таким образом. И он здесь держится на магнитике. Вот так он вот, оп, оп, и держится на магните, никуда не выпадает. Значит, что у нас здесь еще есть? Вот эта вот гаечка на пружинке позволяет регулировать, во-первых, направление этого резака, и во-вторых, его положение вертикальное. То есть для того, чтобы опустить резак на поверхность, мы должны эту гаечку повернуть по часовой стрелке. Если мы хотим его приподнять, мы, соответственно, крутим ее против часовой стрелки. Вот сейчас резак не касается у меня поверхности. Немножко стоит его опустить, и он начинает, соответственно, вращаться. Так, я сейчас, пожалуй, для того, чтобы испытать его в деле, я положу сюда свой обычный рабочий коврик, потому что этот мне жалко резать. Вот, и, соответственно, вот так вот он вращается. Я уже вижу, как там получается такой рез, но давайте мы его испытаем, например, на кусочке вот такой вот малярной ленты. Например, нам нужно вырезать маски для нанесения каких-то кругов на кузов автомобиля. Мы отрезаем кусочек этой ленты, устанавливаем, не знаю, как его, в принципе, наверное, без разницы, как его ставить, потому что он все равно крутится. Устанавливаем на шкале, например, 1 сантиметр, наверное, это 1 сантиметр, я так понимаю. Ну и попробуем провернуть это дело. Оп. Вот не совсем точно я спозиционировал резак, но тем не менее мы видим, что у нас без всяких проблем получается идеально вырезанный кругляшочек, без каких-либо задиров, без каких-либо двойных прохождений, хотя я прокрутил его, по-моему, 3 раза. Он прошелся по одной и той же линии очень четко. Давайте попробуем поставить значение поменьше, вырезать более узкий круг. Например, вот, ну, сколько здесь получается? Наверное, это 2 миллиметра. Наверное, это так. Зажимаем. Ставим. И оп, оп, оп. И вот он у нас получается
очередной идеальный кругляшочек. Вот, причем мы можем использовать как вот эти части в качестве масок, так и вот эти, например, чтобы прокрашивать тормозные диски. Серединку тормозных дисков мы можем вырезать кружочек равный диаметру середины тормозного диска и покрасить его, не затрагивая, собственно, рабочую поверхность тормозного диска. Слышал отзывы в интернете, что тут проблемы с вырезанием минимально возможного диаметра. Давайте сейчас это дело проверим. Производитель указывает, что минимально возможный диаметр это 1 мм. И давайте посмотрим сейчас. Раз, раз. Что он у нас тут показывает? Ну, он тут не показывает ничего. Видимо, я поставил совсем на ноль. Либо я что-то делаю не так. Так, смотрим. Да, он, собственно, крутится просто вокруг своей оси. Поэтому давайте мы поставим один, вот так вот, 1 мм. То есть чуть-чуть сдвинем нашу стрелочку по шкале. И попробуем вырезать еще раз. Что он нам вырежет? Давайте посмотрим. Ну, что-то он вырезал, но, честно говоря, не очень мне нравится это что-то. Возможно, здесь нужно как-то по-другому. Хотя нет, вроде спозиционирован нормальный резак. Я вот смотрю, он просто почему-то поворачивается вокруг, опять-таки, поворачивается вокруг своей оси. То есть минимально возможный диаметр, который указывается 1 мм, с ним действительно какие-то проблемы, либо, может быть, все-таки я рукожоп, это тоже вполне вероятно. Но вот давайте поставим 2 и посмотрим, что нам покажет 2. Вот что-то он не очень режет. Возможно, я... А, его нужно вот так вот повернуть. Я его не в ту сторону, он у меня смотрел своим лицом. Давайте-ка еще разок. Да, вот когда я спозиционировал резак лезвием в ту сторону, в которую оно должно вращаться, у меня получился вот такой вот маленький кругляшочек, по-моему, как раз 2 мм. Давайте-ка попробую я все-таки еще раз сделать 1 мм. Заявленный минимальный диаметр круга, который может вырезать этот инструмент, вот 1 мм поставлю. 1 миллиметр. Это даже чуть меньше получилось. Так, вот здесь нужно четко спозиционировать опять-таки лезвие, в какую сторону оно будет резать, потому что, я так понимаю, для малых диаметров это важно, в какую сторону направлено лезвие. Ну, нет, все-таки 1 мм у меня вырезать не получается. Возможно, я просто пока не привык к этому инструменту. Он просто прорезает такую маленькую точечку. Но, тем не менее, 2 мм или, может быть, даже здесь меньше 1,5 мм он вполне вырезал без всяких проблем. Но, как я уже сказал, для вот таких вот маленьких диаметров я предпочитаю пользоваться пробойниками. Это быстрее и проще, чем вот этим вот инструментом вырезать такие маленькие штучки. Так, почему-то у меня выпало лезвие. Непонятно почему. Видимо, все-таки у него есть некий предел вот этого магнитика, есть некий предел, за которым лезвие все-таки выпадает. Хотя магнитик его держит достаточно прочно. Что ж, теперь я попробую сделать то, что меня интересовало больше всего, а именно вырезать круг в пластике. Возьму не слишком толстый пластик. Так. Вот у меня есть пластик
новенький совершенно, ни разу не использованный пластик толщиной 0,3 миллиметра. Вот такой вот. И в нем я сейчас где-нибудь вот здесь сбоку постараюсь вырезать кругляшочек. Устанавливаю инструмент и поворачиваю рабочую часть. Что у нас получилось? У нас явно видимый рез, но кругляшочек пока не выпадает. Возможно, мне нужно опустить пониже резак, потому что он, видимо, не прорезал до конца пластик. И давайте поверну его еще раз. Так, посмотрим, что он нам скажет сейчас. Вот что-то опять у меня не получилось. Возможно, я просто мало режу, потому что для пластика нужно больше оборотов. Сейчас просто его покручу так. И посмотрю, что у меня вышло на этот раз. Вот до конца почему-то он все равно не прорезает. Возможно, здесь нужен... Сейчас попробую еще пониже опустить. Может быть, ему не хватает высоты. Этим инструментом я пользуюсь в первый раз и пока не очень понимаю, какие должны быть настройки для того или иного материала, для той или иной ситуации. Но вот сейчас он, похоже, режет более глубоко, судя по тому, что я вижу. И оп! Куда он делся? А, вот он. Вот он наш кругляшочек. Ровненький, красивенький кругляшочек. Абсолютно ровный рез. Да, нужно было просто поставить лезвие более глубоко, более низко. И тогда у нас все получается. Давайте попробуем еще раз вырезать, может быть, чуть поменьше диаметром кругляшок. Сейчас я установлю здесь на шкале 2, тут 3 миллиметра получается. Так, устанавливаю. В какую сторону? Да нет, вроде все правильно. Устанавливаю резак и начинаю его вращать. И посмотрим, что у меня вышло. На этот раз у меня кругляшочек сам не выпал, но он, не пойму, прорезан или не прорезан до конца. Нет, до конца он так и не прорезался. Странно, я думал, что пластик, он все-таки будет резать более, скажем так, продуктивно. Хотя, может быть, мне нужно сменить резак. Напомню, здесь есть три резака. 30 градусов, 45 и 60. Сейчас у меня стоит 45. И я не очень понимаю, почему все-таки он мне не режет этот пластик. Потому что в тех обзорах, которых я смотрел на ютубчике, с пластиком у народа не было особых проблем. А вот у меня почему-то они есть. Может быть, я опять-таки мало сделал оборотов. А, ну да, вот. Вот сейчас у меня кружочек вырезался. Вот такой вот маленький. Но здесь получилось... такая небольшая стружечка. То есть этот кругляшочек у меня получился меньше, чем диаметр вырезанной части. Вот этой вот кругляшочек, он получился меньше, чем диаметр отверстия. То есть часть материала, она снялась в виде стружки. Что тоже не очень хорошо.
Поэтому я буду пробовать сейчас еще раз, пока у меня наконец-то все не получится как надо. Так. Так. Не буду торопиться. Не очень хорошо видно рабочую область там, где... А, ну вот. Вот сейчас у меня вроде бы получилось то, что надо. Хотя небольшая стружка все равно есть. Но, тем не менее, диаметр этого кругляшка, он совпадает с диаметром вырезанного отверстия. А эта стружка, ну, она одна. В принципе, да, возможно. Возможно вырезать пластик без стружки. Без каких-либо проблем. Нужно просто с этим инструментом, скажем так, познакомиться поближе. Нужно с ним немножко поработать. Нужно понять, как он действует, какие нужны настройки для того, чтобы получать тот результат, который необходим. И, в принципе, ну вот сейчас я не дорезал до конца. То есть тут, да, тут инструмент такой, что требует, конечно, привыкания. Вот опять у меня вылезло лезвие почему-то. Честно говоря, я от этого инструмента ожидал большего за такие деньги, но опять-таки, может быть, мне пока непонятно до конца принцип действия этого инструмента, то есть как он должен быть настроен, сколько, например, вот мне нужно сделать оборотов, чтобы прорезать пластик толщиной 0,3 мм, и вообще, что это за такая страшная китайская штуковина. Возможно, мне нужно было... О, вот сейчас у меня получился хороший кругляшок. Вот такой вот замечательный. Возможно, мне стоило попробовать этот инструмент до обзора, понять, как он настраивается, какие режимы у него есть, чем отличаются лезвия и так далее. И сказать, что, ой, смотрите, инструмент прям замечательный. Но я так делать не люблю. Я хочу показать вам свое первое впечатление об этом инструменте. То есть вот я первый раз взял его в руки, да, и что у меня с ним получилось, чтобы не вводить вас в заблуждение, и чтобы вы, например, не тратили деньги на инструмент, который этих денег не стоит. Что я могу сказать вот сейчас про этот инструмент? Для масок подходит идеально, начиная с диаметра реза в, ну, 1,5-2 мм. Да, меньше мне вырезать не удалось, хотя на коробке производитель указывает минимально возможный диаметр 1 миллиметр, но вот у меня получилось вырезать 1,5, может быть, 2 миллиметра, но тем не менее это очень даже неплохой результат. Так что для масок это вот прям очень крутая штука, и можно использовать без всяких проблем. Для пластика тут нужно с ним, конечно, подружиться, поиграться, посмотреть, как он настраивается, чем отличаются лезвия, сколько делать оборотов вот этого резака для того, чтобы вырезать пластик той или иной толщины. В моем случае это 0,3 мм. Ну, давайте еще раз попробуем. Я поставлю чуть-чуть побольше диаметр отверстия и попробую прорезать. Вот я вижу, что рез получается идеально ровный. Лезвие идет каждый следующий круг по своему же следу, то есть он не снимает никакую стружку, а режет именно пластик по одному и тому же месту, очень ровно. Возможно, у меня эта стружка получалась тогда, когда пластик уже прорезан, и вот у меня круг отделился. Да. Вот, нужно просто внимательно следить. Вот смотрите, у меня получился идеальный круг с идеально гладкими краями, никакой стружки, и этот круг тютелька в тютельку соответствует тому отверстию, из которого он был вырезан. Абсолютно четко. То есть здесь нужно поймать тот момент,
когда пластик отделяется, вот эта внутренняя часть, когда она отделяется от основного листа, и в этот момент перестать вращать резак. Иначе он может снять стружку с вот этой вот внешней поверхности. В любом случае, вот эта вырезанная часть, она останется ровной и гладкой, да, как вот в этом случае у меня получилось, но здесь вот снимается стружка уже с отверстия. Поэтому если нам нужно, например, вырезать именно вот эта часть нам нужна, да, а вот это у нас отходы, то в этом случае нужно быть очень осторожным и останавливаться в тот момент, когда внутренняя часть вот эта отделяется от основного листа. Давайте для чистоты эксперимента я вырежу еще один кругляшок и дальше покажу еще одну полезную приблуду для этого инструмента. Вот я начинаю резать. Я вижу четкий ровный разрез. Лезвие идет опять-таки четко по своему следу, по одной и той же линии, без всяких каких-то смещений. Вот я его вращаю, вращаю, вращаю. Вращаем барабан. И смотрим тот момент, когда внутренняя часть отделится от листа пластика. Оп! Вот он отделился. И я убираю инструмент. И опять у меня получается абсолютно ровный кругляшок, который абсолютно четко подходит к тому месту, из которого был вырезан. Так что, да, пластик тоже можно замечательно резать этим инструментом. И, как видите, я буквально за несколько минут понял фишку, как с ним работать, что нужно делать, чтобы получать нужный результат. И давайте попробуем вырезать опять-таки маленький кругляшочек, потому что маленькие кругляшочки, я так понимаю, что вырезать сложнее. И вот у меня получился ровный маленький кругляшочек, который опять-таки на свое место встал без всяких проблем. Вот таким вот образом. С этим понятно. Инструмент в целом мне нравится, но покажу еще одну штуку, которую я к нему прикупил. Это вот такой вот, как он называется, локатор. Вот такая вот штука, состоящая из стекляшечки и из металлической части точно такой же формы, которая присутствует на самом резаке. Тоже здесь есть вот такая вот нескользящая наклеечка. И все, эта штука у нас тоже скользить не будет. Вот такой у нас получается локатор. Для чего он нужен? Сейчас объясню. Он нужен на тот случай, если нам нужно сделать несколько разрезов с центром в одной точке. Например, нам нужно вырезать колечко, бублик. Что мы в этом случае делаем? Мы ставим локатор. Ну, давайте, знаете, как сейчас сделаем? Сначала поставим некую точку. Вот у нас точка. И мы эту точку совмещаем с центром на вот этой стекляшке локатора, да? Поставили вот эту штуку. Держим ее, чтобы она у нас не смещалась. Ставим сюда какой стороной. В принципе, наверное, пофиг какой стороной. То есть мы ставим сюда резак. Давайте-ка я поставлю чуть больше, наверное, диаметр. Так вот, миллиметра, наверное, 3. Так, 3 миллиметра. Вырежу. Почему он его тянет, не пойму. Потому что... А, понятно, почему. Потому что я слишком опустил лезвие, и оно у меня вгрызается в мой коврик. То есть, если мы делаем
если мы вырезаем из маскировочной ленты, нам нужно делать меньшие усилия на вот этом вот резаке, то есть ослаблять пружинку, иначе у нас будет тянуть. Тут нужно тоже следить за всеми этими делами и не позволять лезвию слишком опускаться. Так, поскольку я тут уже тыкнул нехорошую дырку, давайте мы поставим новую отметку. Заново спозиционируем наш локатор. Поставим вот это вот ограничитель. Я первый раз, как вы видите, пользуюсь этим инструментом. И могу, конечно, в первый раз делать ошибки, но могу сказать, что инструмент мне очень нравится в данный момент. И нужно просто понять все нюансы работы. Вот, я сделал рез с центром в этой точке. Локатор этот я не трогаю. Теперь мне нужно сделать второй рез большего диаметра. Я сдвигаю, например, на там, 3 миллиметра стрелочку по шкале и опять позиционирую резак на вот в этом вот локаторе, в этом ограничителе и делаю второй разрез. Ну, что могу сказать? Сейчас у меня это не получилось. То есть я явно вижу, что колечко у меня с неровными сторонами. Вот. Но, тем не менее, колечко у меня получилось. Стороны не равны. То есть вот эта часть, она явно уже, чем вот эта. Возможно, это из-за того, что я все-таки сдвинул локатор после того, как установил... После того, как сделал первый разрез, локатор у меня, видимо, сдвинулся. В идеале, если это будет, конечно, вот, например, лист пластика и локатор стоит на... Ну, давайте, кстати, прямо на пластике тогда и попробуем сейчас это сделать. Вот я ставлю по центру. Вот я ставлю резак. И начинаю вращать. Непонятно. Попробую сделать по инструкции. То есть сначала сделать первый разрез. Сделаю первый разрез. Возьму чуть-чуть больше диаметр, наверное. Потому что в тех обзорах, которые я видел на YouTube на этот инструмент прям превозносили как нечто потрясающее, невероятное, самое лучшее в мире оборудование для вырезания кругов. Со своей стороны я стараюсь делать максимально объективные обзоры. Может быть, они немножко скучноваты, потому что я пробую до тех пор, пока у меня не получится, что вот с этим, с резаком, что с другими инструментами там или с материалами, на которые я делал обзор. Поэтому вы уж меня извините, если я немного нудный и скучный, но тем не менее я хочу, чтобы и у меня сложилось правильное, полное впечатление о любом инструменте. И, соответственно, у вас тоже сложилось такое же впечатление. Ну вот я сделал первый разрез. И вот теперь я попробую спозиционировать локатором вот так вот, как раз по тому резу. Ровно установить локатор. Потому что, видимо, от точки он не совсем корректно работает, не совсем корректно отмеряет центр, если мы берем за основу именно точку. А вот если мы возьмем за основу вырезанную уже окружность, тут совсем другое дело может получиться. Так, значит, локатор я установил.
стекляшку убираю. Ставлю инструмент. И начинаю его вращать. Да, и вот похоже теперь... Да. Вот теперь у меня получился абсолютно ровный разрез. У меня, к сожалению, не вырезался до конца первый кусочек, но я вижу, что он здесь совершенно ровный. Так что вот как работает эта штука. Нужно сначала делать первый вырез, позиционировать по окружности, то есть от точки он работает не совсем правильно. А вот от окружности он дает более лучший результат. Соответственно, мы сначала вырезаем первый кругляшочек, позиционируем в нем локатор. Вот, например, сейчас вокруг этого я могу попробовать вырезать еще один. Вот я сейчас позиционирую локатор. Как он называется? Локатор. Чтобы было все ровненько. Еще немножечко увеличу диаметр на несколько, на пару миллиметров. Вот. Убираю эту штуку. Аккуратно ставлю инструмент в локатор и начинаю его вращать. И вот такой вот бублик у меня получился. К сожалению, тоже не совсем ровный, но это, скорее всего, зависит уже от моих рук. То есть вот эта часть, она немножечко тоньше, чем вот эта. Но, опять-таки, это, скорее всего, мои руки. И необходимо просто привыкнуть к этому инструменту, понять, как он работает. Но, тем не менее, вот такие вот кругляшки вполне возможно вырезать. В принципе, если не пользоваться вот этим локатором и все равно пытаться вырезать вот эти вот бублики, можно делать гораздо проще. Можно просто не отнимать инструмент от поверхности, от материала. Сейчас мы попробуем сделать то же самое без локатора, и вдруг у нас получится даже лучше. Так, смотрим. Вот мы поставили инструмент, начинаем его вращать, он режет пластик, отрезаю его уже, оп, вот у нас этот кусочек вырезался, мы его аккуратненько сейчас удалим, вот он. Немножко поднимем лезвие, чтобы оно у нас при перемещении не деформировалось. Чуть-чуть увеличим диаметр, который мы хотим вырезать. Вот так, буквально на несколько миллиметров. Прижимаем эту штуку. Снова опустим лезвие на материал. Вот так. Спозиционируем, чтобы оно двигалось у нас в правильном направлении. И попробую его еще раз повращать. И посмотрим, что получится на этот раз. Все, готово. Бублик у нас отделился. Вот. И сейчас он у меня получился даже ровнее, чем вот этот. Но все равно с небольшой почему-то неровностью. То есть все равно одна сторона почему-то немножко уже, чем другая. На этом, наверное, все. Больше мне про этот инструмент сказать нечего.
Нравится ли он мне или не нравится, я пока, честно говоря, не понял. То есть он однозначно хорош для вырезания круглых масок, для вырезания круглых деталей из пластика. Но что касается вот таких вот колечек, мне до конца так и не удалось получить абсолютно ровный со всех сторон вариант. И опять-таки, я допускаю, что это может быть из-за кривизны моих рук, но также это может быть из-за инструмента. То есть где-то может быть какой-то инженерный просчет, который, хотя странно на самом деле, он крутится по одной и той же окружности, просто с большим радиусом. Почему так получается, я пока не понял, пока не знаю, буду с этим делом разбираться. Нужная ли вещь локатор или нет, тоже мне пока до конца непонятно. Понятно, что он не очень хорошо работает от точки и лучше работает от окружности, но опять-таки того же самого эффекта можно добиться и без него. То есть просто не снимая инструмент, не снимая его с материала, не перемещая его с того места, где был сделан первый разрез, можно добиться в принципе тех же самых результатов. Поэтому с одной стороны можно обойтись без локатора, с другой стороны с ним удобнее, а стоит он совсем недорого, он стоит, по-моему, рублей 400 или 500, я точно не помню. Вот, поэтому тут нужно решить для себя самостоятельно, нужен он или нет. Что касается самого инструмента, это не дешевый инструмент по китайским, конечно, меркам. То есть этот инструмент стоит от 3500, в зависимости от магазина, где вы его будете покупать. От 3500, по-моему, до 4500 он стоит. Что, в общем-то, немало для модельного инструмента. А нужен он или не нужен вам, это решать, конечно, не мне, а решать вам. Потому что, в принципе, все то, что я сейчас тут вам показывал и распинался, все можно сделать и другими инструментами. Например, вот таким резаком круглым. Конечно, пластиком порезать не получится. Тут можете даже не стараться, ровного реза вряд ли удастся добиться. Вот, либо с помощью ольфовского ножа, он даже лучше, просто я говорю, где-то я его потерял, не смог найти для обзора. Но, тем не менее, для меня этот резак вполне применим, когда нужно сделать круглые маски, когда нужно вырезать вот такие круглые штучки для каких-то, может быть, самодельных узлов автомобиля или элементов диорам или еще чего-то. Вот, для этого я, конечно, этот инструмент использовать буду однозначно, в этом он хорош. Если вам нужно вырезать вот такие бублики, тут, конечно, прежде чем начнет получаться более-менее приемлемый результат, скорее всего, придется повозиться с тем, как этот инструмент работает, попробовать какие-то вот, попортить пластик, попортить маскировочную ленту и так далее, пока не поймете, или пока я сам не пойму, как это все дело работает. Потому что сейчас, я повторюсь, у меня не получилось вырезать абсолютно ровный бублик с одинаковыми абсолютно сторонами. Везде какой-то есть сдвиг, смещение к той или иной стороне от центра. Это видно даже невооруженным глазом. Вот, что касается покупать или не покупать, опять-таки решать это вам. Я себе купил, я не жалею, я им однозначно буду пользоваться, но опять-таки этот инструмент, он гораздо сложнее, чем те же кусачки или дрель, которые просто берешь и сверлишь, либо берешь и кусаешь. Здесь, конечно, нужно понять механизм вот этой всей работы, как вращать, как позиционировать лезвие, на какую глубину его опускать, какое лезвие использовать, потому что их здесь три. То есть это все простор для экспериментов. Но учитывая то, что круги он режет абсолютно верные, абсолютно ровные, я подозреваю, что все-таки вот эта вот неровность с двойными диаметрами, да, с несовпадением центров, это все-таки мои руки.
потому что я пока не понял, как это все дело правильно использовать. Потому что, ну, если он движется по одной и той же окружности, не может быть так, чтобы центр смещался. Вот, если мы увеличиваем диаметр, то есть если инструмент стоит на одном и том же месте, при увеличении диаметра центр все равно должен остаться на одном месте. Поэтому, скорее всего, что-то с моими руками, то есть где-то я его на какие-то доли миллиметра сдвигал, и поэтому центр у меня убегает. Вот, рекомендовать я этот инструмент пока не буду, поскольку, как я сказал, до конца я его не понял. Возможно, в одном из видео со сборками, либо, может быть, с каким-то обзором, я еще упомяну об этом инструменте и выскажу окончательное свое мнение, пока это мнение до конца не сформировалось. То есть оно скорее положительное, но рекомендовать вам потратить достаточно немаленькие деньги на вот этот инструмент я пока не буду. В принципе, есть более бюджетные аналоги от компании, например, Thinnerline, такой же резак. У него есть тоже вот такой локатор. То есть, фактически, мне кажется, они слезали концепцию резака именно вот с этого инструмента, вот, но сделали его гораздо дешевле. То есть, тот резак, он стоит, по-моему, 2500, и вот этот вот локатор там стоит, по-моему, рублей 300. Есть в России магазин, в котором можно его купить. Это модельный маркет, питерский магазин. Я в описании оставлю ссылку, может быть, и на этот резак, там, где я его покупал на eBay. Вот. Но совершенно точно оставлю ссылку на магазин, где можно купить резак от Thinnerline. Это не реклама, просто я знаю этот магазин, работал с ними несколько раз, и никаких проблем не было. Вот, так что, если вы захотите купить такой инструмент, наверное, не стоит тратить деньги на вот этот вот красивый анодированный алюминий и так далее, а можно купить более бюджетный вариант. Но у меня, поскольку остальные инструменты тоже от компании вот этот DSPI, да, так и не знаю до конца, как это правильно произносится, то и этот инструмент я тоже купил именно от этого производителя. Вот, так что на этом я, наверное, закончу обзор именно этого инструмента. И мне осталось, я думаю, сделать последнюю вещь с помощью этого инструмента, а именно сделать мышке глазки. И вот такое у меня получились, вот такие у меня получились глаза, который можно теперь сюда приделать. О! Вот такая летучая мышь. Ура! Прежде чем закончить ролик, я хочу показать еще одну штуку от компании DSPI. Такой небольшой бонус. Вот такой я себе купил инструментик. Это аппликатор для суперклея. Но не просто аппликатор, а вот с такой вот держалкой. Вот такой, можно сказать, стенд. Вот такое устройство. Здесь у нас углубление. И, честно говоря, до того, как я получил этот инструмент, я думал, что суперклей здесь наливается как раз в эти углубления и оттуда уже аппликатором набирается. Но, изучив вот эту вот сложную инструкцию, вот такая вот она огромная инструкция, я понял, что здесь есть вот таких вот два металлических бочонка, которые устанавливаются в эти углубления. И суперклей наливается на поверхность этих бочонок. Этих бочонков. Вот, дальше берется аппликатор. Здесь их 7 штук. Я так понимаю, они незначительно отличаются размером. Совсем незначительно. И, соответственно, мы сюда помещаем суперклей. Берем аппликатором, наносим на деталь, склеиваем и так далее. Вот, и меня, честно говоря, смущает площадь вот этих вот окружностей, поскольку она достаточно мала. И если мы сюда нальем
много суперклея, он начнет стекать со всех сторон, заляпывать все вокруг и прочее, и прочее. А если мы нальем мало, так, чтобы он не стекал, получится, что мы возьмем суперклей отсюда аппликатором, и он здесь закончится. То есть нам придется постоянно сюда его добавлять, добавлять, добавлять. И это, мне кажется, очень быстро задолбает любого нормального человека. Поэтому я не знаю, честно говоря, насколько полезна эта штука, и рекомендовать ее не буду. То есть мне кажется, что вполне можно обойтись без вот этой вот пафосной хренотени, вот, красивой, чтобы она была там в цвет вот этого всего. Вот. Но, тем не менее, я, поскольку видел ее только в интернете, и никто мне не сказал, что это такое, я ее купил. И теперь буду, конечно, стараться ей пользоваться, по крайней мере, попробую, насколько это удобно. Вдруг это действительно удобно, я не знаю, всякое может быть. И, наверное, тоже в одном из следующих видео я выскажу свое окончательное мнение об этом вот инструменте, устройстве, или как это еще назвать. Вот. Но я бы пока вам не рекомендовал покупать эту штуку, потому что, ну, на мой взгляд, она достаточно сомнительна. Вот, что ж, наверное, на этом я закончу свой вот этот обзор-тест. Вы, пожалуйста, пишите комментарии, свое мнение о том, что вы увидели, о том, что я рассказал. Может быть, я в чем-то не прав, поскольку я стараюсь инструменты, ну и вообще все вот это дело показывать именно свое первое впечатление. То есть я сегодня первый раз открыл. Первый раз попробовал, то есть вы видели, все было запаковано, ничего я не вскрывал. Я стараюсь передать именно первое впечатление, чтобы понять, как люди будут реагировать, когда и если купят себе то же самое, вот это все. Поэтому, пожалуйста, пишите свое мнение, свои комментарии, вопросы, критику обязательно, если она есть, и так далее. Вот, я все это читаю, с удовольствием отвечаю, общаюсь с вами в комментариях и везде-везде. Так что, пожалуйста, делайте это. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все прочее, прочее, прочее. Вот, а я на этом закончу видео и буду приводить в порядок свое рабочее место, потому что срач здесь уже образовался такой неслабый. Что ж, увидимся в следующих видео. Всем пока!